Друзья, всем привет! Снова рад всех приветствовать на своем канале. Спасибо, что заглядываете в гости. И в этом видео сразу хочу рассказать про ограничители сверел. Вот посмотрите, у меня вот такие вот здесь сверлышки в таком комплекте. И вот существуют для сверел вот такие вот ограничители, которые одеваются непосредственно на само сверло. Вот так они выглядят. Это обычное кольцо металлическое. И сбоку здесь отверстие резьбовое. И внутри болтик шестигранный. Вот таким ключом надо закручивать, тонюсеньким, вот из такого комплекта. Вот здесь сбоку это все дело. Вот так вот он, видите? Ну и одевается сверло и закручивается сбоку шестигранником. Вот так вот, раз. И вы себе устанавливаете как бы ограничение на сверло, чтобы насквозь не просверлить какую-нибудь поверхность. Обычно деревянную. Обычно мебельщики используют, ну, также и другие мастера, вот под такие шканты. И если без ограничителя сверлить, есть вероятность, что насквозь проскочит сверло. И, допустим, если шкант вставить, он будет проваливаться. Вот, смотрите, видите, в сквозном отверстии. Ну, и для этого применяются вот такие металлические, достаточно плотно сидящие на сверлах при установке ограничители. Так это дело все выглядит. Если нет вот такого тонюсенького шестигранного ключика, то можно применить шестигранную насадку для отверток. Вот, еще раз посмотрите. Это дело вот так вот крепится, вставляется в держатель. Ну и сейчас я вам покажу принцип работы такого сверла. А потом вам расскажу, как это дело заменить подручными средствами, чтобы не покупать. Ну вот смотрите, допустим, вот ДСП, нам надо просверлить не сквозное отверстие. Шуруповерт в режиме сверла, а вторая скорость. Вот, видите, вы дошли до ограничителя, и сверло дальше не выходит, все. Можно крутить вот так вот, и оно не пойдет дальше. Ну и сюда, соответственно, вставляется, допустим, вот шкант. Вот так вот. Раз. Можно подобрать сверло под шкант, чтобы его вбивать. Я подбираю, чтобы вставлять. Я на клей потом проклеиваю шканты в мебельных соединениях. Это вот такое вот дело. Друзья, вот это вот необходимая, конечно же, вещь, она очень выручает. Однако не у всех она есть, не каждый заморачивается насчет этого всего. И у них как бы нет таких комплектов. Это вот мне надо по профессиональной деятельности, своей сборке мебели. И вот это дело можно заменить простой изолентой. И всего лишь. То есть намотать можно ограничитель из изоленты вот сюда. Вот. Но это колхоз, конечно же, и со временем изолента, она растрепывается. Ну, можно целый слой здесь намотать, катушечку такую из изоленты, и будет как ограничитель. 3-4 сверления, и у вас вот эта изолента истрепается вся вот тут по краю, изрежется, опять выбросите и опять намотаете. И так каждый раз вы будете. Ну, эпизодически, если у вас что-то происходит, конечно, вот с этим делом можно не заморачиваться, а просто вот изоленту наматывать. Также есть варианты. Вот такая вот приблудочка делается из гаечки. Просверливается сбоку отверстие, метчиком потом нарезается резьба, и туда болтик вставляется такой по длине, чтобы он и не торчал вот в эту сторону, и чтобы нормально прижимал само сверло. Вот такие вот есть интересные фишечки у мастеров. Кому интересно, подписывайтесь на канал. Здесь много разных таких тем про инструменты. Всем спасибо, всем пока.